Все, положил. Юра, ты же шаришь, какая будет, какой следующий монтаж? Да. Я в небе, банки, я в небе! Чё там забыл? Меня камень подбросил. Нихуя себе. Парни, предлагаю строить турнир, кто больше выпьет. Блять. Так вот, объявляют турнир открытым. Окей, сейчас. Я вот все кнопки перепутал. Сразу ведро парень взял, видно его размах. Юра, у нас там это, не да поебать! Турнир! Сейчас представляю, все-таки откинули коней. Ладно, мне трех хватит, я пока пойду посмотрю. Ой-ой-ой-ой-ой, а тут... Подождите, ребята, тут, по-моему, рядом... Ебать, чатик, гляньте, что он творит, нахуй. Юра, ты... Горит корабль. У тебя уши много? У меня уши много. У меня все выгружено, я говорю, Леву стаскивать все на эту сторону. Какую, блядь, сторону? Горит, плывет. Это круто выглядело. Лев, сразу в лодку грузи. Огонь. Пацан в воде. Я умер. Нас просто закинули гранатами. Они навесом попали по нашим бочкам. С порохом. Блять. Теперь нужно узнать, какой черт поставил. Я бочку подготовил. Ты чертила. Мне 300 рублей на киви пришли со словами, было же бочка у лестницы. Чё? Парни? Чё шлюпка в таверне делает? А, ну как бы... парни, это что такое? Чего? Здесь не было шлюпки. Отплываем. Здесь не было шлюпки. Как ты не сворачивай. Поднимай, Юра, давай. Еще последнюю ручку отломает. Я вижу шлюпку. Некоторые проблемы со штурвалом, честно говоря. Ты что ты удержишься? We just want to play music, guys. Stop, please. With you, скажи with you. А то ты просто так сказал, типа, что мы хотим поиграть музыку. На их трупах, что ли? На вашей могиле. Похоронили парней. Похоронная музычка. Юра, встань за штурвал. Штурвал. Там островок, я пойду продам. Ушёбные рыбы! Я тебя зарежу, парни, в карцер его, в карцер! Это покушение на мою рыбу. Он просто познал искусство баланса. Влад, ты чё затворишь? Я балансирую. Чтобы поймать рыбу, надо быть спокойным. Чтобы быть спокойным, сконцентрированным, надо балансировать. A few moments later. Я буду балансировать. Это было, блядь, так эпично. Да знаю. Тут шлюпка, тут шлюпка. Где? Блин, не шлюпка, тут это кораблик маленький. Как там это? Лодка. Кораблик маленький. Шлюпка и есть лодка. Шлюпка это и есть лодка. Отстаньте от меня. Влад на маленьком кораблике, Юра, ты не шари. Денис, поставишь штурвал? Полетели торпеды. А ты что, заполетел? Видел, как он сделал? Он меня берет такой... Прыгает, и я тут делаю. Он так полетел. Тупо... Малыш упал на Японию. Извиняемся. Он тут лежит. Он тут стоит, тут корабль чинить. Я заделаю дыры. Его же досками, да? Как это небесно с твоей стороны? Давайте рубины мы вернем по факту. Я ему камешек возвращаю. Зачем? А чё? Ну, мы его обворовали. Мы его убили, и корабль обворовали. Починили его, и может, досками. А то есть кораблей 25 назад тебя это вообще как бы не тревожило, да? Понимаете, у него первый начальник квест, парень только зашел в игру. Юра, проверь, мы не тонем. Юра, проверь, мы не тонем. Он тонет. Он появился! Он появился, возвратился! Они играем, пацаны! Он просто стоит, вообще ничего не понимает. Он видит три бочки с пороха. Юра, мы плывем, блядь. Я знаю, это мой план.
А, я понял. Я знаю, что ты хочешь. Ладно, пока-пока, я поплыл. Да поплыл. Ну вот, понимаешь, вот ты умеешь за себя постоять, а вот он нет. Вместе станет, берем и пиздим шлюп. Ой. Он книжку читает, он книжку читает, пошлите воровать. Залезайте на корабль, игнорируйте его и воруйте просто. Я не успеваю, якорь сбрось! Он нас сравнивает с какими-то черепами, которые у него на листочке. Якорь сбрось, я забраться не могу. Сидите тут со своей... Кто свинью резанул? Кто свинью зарезал? Не пропадать ведь мясу. Влад, как обычно. Сука, ты бесчеловечная. Он развернулся, походу слышал то, что мы его видим. Я ж про себя. Поднять якорь, а мы должны услышать его смерть. Это Влад, ты демон, конечно. Окей. Отец русского слова. Это просто, да, это просто. Это такой кринж! Это ужасно. Это просто самый худший наряд, который только был. Ты как знаешь, как мама какая-то, которая... Так, дома, думаю, это, блин, это хиппи какой-то, а не... Да, это так, надо переодеться быстро, пацаны сейчас засмеют. Уже засмеют. А, мы сейчас перевернемся. О, вы наземные пираты, я так... Да. Это новые разработки. Безумный факт, старуха, это то, с чего британские танки начали строиться.